Правительство России установило новые требования к организации детских перевозок автобусами. Теперь организатор должен уведомлять госавтоинспекцию за 24 часа до поездки. Все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности. До сих пор такое требование существовало только для международных перевозок. А в следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства.